вами Веломода, и сегодня наш обзор посвящен папам и мамам, потому что именно они выбирают покрышки для своих малышей. Речь пойдет о покрышках на колеса диаметром 16 дюймов. Мы представим вам сегодня сравнение двух брендов. Это Continental Tour Ride с протектором чисто городского направления. И то, что является наиболее покупаемой позицией, это велорезина Рубена с протектором такого универсального назначения, который будет прекрасно ехать как по городским дорогам, так и по грунтовым. Немножко подробнее об этом с Тимуром. Всем привет, с вами Веломода, и сегодня мы рассмотрим покрышки для детских велосипедов 16 дюймов по разному назначению. Первая покрышка это Рубена Винер. Сейчас я вам покажу ее протектор. Значит, с таким протектором удобно будет кататься не только по асфальту, но и по грунтовым дорогам. Здесь ярко выражена по центру более жесткий компаунд. Эту покрышку можно накачать до 3 атмосфер, и она будет отлично катить по асфальту. Если же вы выезжаете на проселочную дорогу с ребенком, вы опускаете на пол атмосферы давление. И здесь есть ярко выраженные грунтовые зацепы, которые помогут ребенку сохранять контроль на плохой дороге. Покрышка сделана, здесь четко написано, в Чехии, Czech Republic. Удобная покрышка, соответствует всем стандартам Европейского Союза. Это была универсальная покрышка. Теперь для людей, которые уверены, что будут кататься с ребенком по качественной дороге. Будь то дорожки в парке или где-то, может, по дороге и так далее. Это покрышка от фирмы Continental, модель Tourride. Имеет технологию защиты от проколов. Покрышка выдерживает давление до 4 атмосфер. С такой покрышкой ваш ребенок по асфальту будет развивать хорошую скорость и будет красивый накат. Хороший накат. Здесь я вот сейчас тоже покажу. Ты сам себе покажешь. Здесь я вам сейчас покажу. Жесткая по центру идет линия из более такого жесткого компаунда, который обеспечит хороший накат на асфальте. Если будут у вас вопросы по поводу выбора покрышек для детских велосипедов, обращайтесь в Веломоду, поможем, расскажем.